За новостями Катунь-24 можно следить на нашем сайте и в группах в социальных сетях. Кстати, в одной из них мы снова выбрали мистера и мисс телевидения среди студентов. В этот раз соревновались учащиеся физико-технического факультета Алтайского госуниверситета. По версии наших подписчиков, в группе ВКонтакте лучшими стали первокурсники физики Виктория Козлова и Даниил Егоров. Невероятно много народу, новых знакомств, новых ощущений и очень много положительных эмоций, которые в жизни потом в дальнейшем, ну, будет что вспомнить.